Я вам скажу, если сколиоз, например, вот в эту сторону, да, то упираемся уже не в поперечные отростки, а прямо в остистые, чтобы нам довернуть в противоположную сторону. Ногу можно взять вот так вот, у вас получается хороший рычаг всем телом. Видите, у вас руки практически отдыхают и всем телом как буратино. Шагаете, у вас... Пускай не держит ногу. Если ногу держит, да, подскажите ему, чтобы ягодицы расслабил, вот, бедро расслабил. Вот полностью расслаблен, да, после этого работаем. Если нога тяжелая, да, у человека, можно ее сократить, вот так вот взять. Ну, будет просто рычаг поменьше. Рычаг будет меньше. Можно взять на бицепс. Вот так. Можно взять... понежнее, например, вот так вот на вашей руке лежит, видите, раскрутили и ногу за себя заводим, противоположной рукой прямой продавливаем позвоночек либо ребра. И если этого недостаточно, например, при сколиозе, да, грудном, который вот в мою сторону, да, позвонки развернуты, то еще раз усиливаем эту формулу, берем теперь за две ноги сразу. Берем всегда выше коленки, да, чтобы чашечке не было больно. И, ну, во-первых, можно вот продавить весь позвоночник, пройти. Вдоль позвоночника работаем, да, а ногами. А если надо при сколиозе, то вот накреняем человека и вот в эту сторону. Распрямили, положили. И теперь... обратный хват. Берем тогда, не лежа, как ко мне лежал, голову сюда, руку сюда, при сколиозе в мою сторону имеется в виду, да? То есть мы должны с той стороны растянуть, чтобы было место, куда толкать, и толкаем в противоположную сторону. Логично? Логично. Голову побольше, вот мы тут растянули, видите, с той стороны. Грудной отдел, эту руку клади себе на затылок, повыше прям на ухо. Вот, и у нас получается вот такой вот рычаг. Только не делайте прямо вот на весу, да? Все-таки он на столе должен лежать. Стол – это фиксация. И вот в поперечные отростки. Раз, раз. Или в остистые. Продавили туда же. Все, опускаем руку. Человек расслабляется. Ну, если у нас спина ровная, да? То делаем симметричность с другой стороны. Если сколиоз,